Конечно, рад. Месяц ничего не делал. Ну, как ничего не делал? Конечно, тренировки постоянно каждый день. И тренировки такие тяжелые, поэтому, да, хотелось уже выйти побыстрее. Ну и просто по хоккею соскучился. Поэтому... И по партнерам? Ну, вот из-за таких, наоборот, подольше пытался на травме сидеть. Не хотел их видеть, а так... Надеюсь, что я сразу войду в ритм, но все равно... Как бы я жду, что не будет простая для меня игра, поэтому настраиваюсь и... Ну, посмотрим. В принципе, я уже 2 недели катался, но... Тяжело так с командой, покатался всего пару раз, поэтому посмотрим. Надеюсь, все будет нормально. По последним 2 играм все отлично. 0 голов за 2 игры. Пропустили, в атаке все здорово. Ребята начинают выходить, кто был травмирован, кто заболевал. Плюс Гриц начинает проявлять уверенность. Игра у него получше стала, чем в начале. Поэтому, я думаю, команда в хорошей форме сейчас. Впечатление, конечно, самое лучшее. Какой шанс появился, что проявить себя, показать, на что я способен. Тренеру, всем тут находящимся. Но впечатления только самые лучшие, как бы, которые могут быть. И в ВХЛ, и в МХЛ, как бы, видео отправляют отсюда, мы как бы, все смотрим. Есть такие нюансы, которые Боб как лично говорит. Ну, это как интересно это узнавать, учиться этому. Мне тренера сказали, как бы, быть всегда готовым, как бы, в любой момент могут назвать фамилию и выйти, помочь команде, чем могу. Ну, понятно, первая смена была волнение небольшое, но потом вторая, третья уже, как бы, более-менее освоился и было хорошо. Говорят, счет габаритов, как бы, больше на это внимание уделять. Больше агрессии должен быть, как бы, более энергичным, как бы, ну, над этим работать. Сейчас. Мы понимаем, что это для них важный матч, если на их место себя поставить, у них есть шанс попасть на Олимпиаду, поэтому... Я думаю, они побегут, будут не будут играть так, как они играли прошлую игру здесь, отсиживаться. И поэтому, возможно, это не будет легкой игрой. Надо быть готовым.